Всем привет, с вами Зверьё. Ну что вы, не надо. Успокойтесь. Тибан, а чё ты сидишь в чемодане-то? Тебе неохота нас отпускать, да? Вы не уезжайте, ребята, пожалуйста. Тибан, ты чё, не обижайся. Ну что, ребят, начинаем. Чемоданы уже готовы. Чемоданы упаковали. Это только один из чемоданов. Второй мы заберем через 3 часика. Чемодан готов. Мой рюкзак готов. Кроссовки готовы. И вообще одежду себе купили новую, потому что все остальное уже висит. Ну, сами видели, тренировки Insanity, все такое. Размер стал брать меньше, ну, по-любому. Взял с собой одежду для тренировок. Там, да, будем бегать по утрам. Взял с собой 20-минутные тренировки Insanity. Есть такие, называются Fast and Furious. За 20 минут ты, ну, поддерживаешь форму. Вот, вчера так нормально поели. Отмечали день рождения, играли в лазертаг. Видео есть на Rush Review небольшое. Вот, там блинчиков поели. Первый раз за 60 дней поел блинчиков, ладно. Вот, что хочу сказать. Значит, с собой беру в любом случае камеру хорошую. Вот, беру жесткий диск на 320 гигов, чтобы туда скидывать фотки. Беру книжку, пляж называется. Вот, и беру, соответственно, MacBook, вот, чтобы все это обрабатывать и скидывать на жесткий диск. Вот, в самолете, чем хорошо, в Transair нету USB портов, в Аэрофлоте есть. В Аэрофлоте ты прям айфончик свой подсоединил и пока летишь, там делаешь все своим телефоном. В Transair такого нету, и мы будем заряжать свою технику через MacBook. Самое главное, Mac мы не забудем. Тюбан уже понимает, что его родители его покидают ненадолго. Специально для нашего трипа небольшого мы себе купили новую одежду, понятно, чтобы ехать. Вот только сейчас одели. Ну, кроссовки, в которых я занимался, в них же поеду. Новые штанишки, новая футболка и зеленая толстовка. Все так по-летнему. С вас лайки. Ну что, вроде все собрано, мы готовы выдвигаться. Время 3 часа. Сейчас надо по делам еще туда-сюда заехать в аптеку за лекарствами. И мы начинаем. Тибан, как ты себя чувствуешь? Тюбик-то не прилетит с нами отдыхать, да? Ну что, классный день сегодня, солнечно. Правда, самолет у нас только в 12 часов ночи, но это ничего. Сейчас мы пока туда, пока сюда, потом пока приедем, пока поедим. Пока такси, пока до аэропорта, потом регистрация. Пишу, которая потом, уже прошла у нас. Потом duty free. А, кстати, да, мы уже зарегистрировались на рейс. Там за 23 часа мы прям ровно за 23 часа открываешь этот, интернет-регистрацию и все. Выбираешь все места. Прикольно. Около окошка, конечно. Там этот салон-то большой, там 3, 4 и 3. Такой Boeing 747-400 двухэтажный Transair. Круто. Погода прям шепчет. Но мы отправляемся туда, где на самом деле разница с нашей температурой градусов, наверное, 50. Так. И даже не верится, что через каких-то там, не знаю, 24 часа мы будем уже в другой стране. Да. И вот этого мы здесь не увидим. Кстати, нифига себе, снесли дом. Круто. Волнительно. Мандраж. Едем. На самом деле, мне интересно, кто вот эти вот шарики покупают у этих людей около метро. Странно же. Ну вот, наконец-то, и очки пригодились. Ray-Ban'ы. Да, потому что солнечная погода. И немножко слепит. В них же буду ходить в солнечной стране, про которую вы еще не знаете, куда мы едем, на самом деле. Сказал. Нет? Уже говорил. Не говорил? Ничего не говорил.
Мне понравилось такое сочетание зеленый, кроссовочки все такое летнее, да. Хоть в Москве март, и сейчас еще минус 10. Но все равно уже ощущается лето, в которое мы попадем. Ладно, все, не надоело говорить об этом, надо уже действовать. Чебан, капитан Джек Воробей. Кто там идет? Сейчас мы посмотрим. Солнечные дни продолжаются. Замечательно. А мы все катаемся и катаемся. Время 4. Чебан там все следит. Что там-то? Взять машину. Ну все, мы вроде все закончили. И полностью готовы уже погрузиться в атмосферу отпуска. Через 4 часа у нас такси. И мы поедем в аэропорт Домодедово, чтобы оттуда улететь в сказочную страну. Да. Не знаю, что вам еще показать. Это Москва. Да. Да, обычные дворы Москвы. Ну вот, теперь я свободный человек. Все, машину поставили. Теперь мы только 22-го приедем в Москву. Через 4 часа. Даже уже 3,5. Такси надо поесть, есть хочется очень. Вот, и такое уже волнение реально наступает. А на улице сейчас минус 10. И через некоторое время у нас будет за окном плюс 36. Да, и влажность крутая. Вроде, кстати, все фильмы уже посмотрели, которые должны были. Мы всегда смотрим «Терминал», потому что он напоминает нам об отпуске. И посмотрели фильм «Пляж». Да, потому что он тоже напоминает нам об отпуске. Ну и плюс еще книжку начну читать. Как раз в самолете тоже пляж. Все прикольно. Не-не-не-не-не. Вчера опять видел эту бешеную тетку, которая снимает очень много видео. Вот, такие дворы мне нравятся. То, что в России, вы сами понимаете, когда ты снимаешь сам себя на видео, это немножко странно выглядит. Никого нету. Тем самым можно и поснимать видео. Потому что когда ты на людях достаешь камеру, ну понятно, что все смотрят, что этот человек себя снимает, зачем ему это нужно ему. Эх, Россия, Россия, люблю я тебя. Но другую страну я люблю больше. Ну, скорее всего, не жить, а отдохнуть в ней лучше. Ну вот уже через час за нами должно приехать такси. Зефир, привет. Это друг Тюбашки, Зефир его зовут. Порода чихуахуа. Дай 5. Зефир. Походу он радуется новым подписчикам. Зефир, стой. Зефир. Прикольно он. На самом деле намного активнее Тюбана. Не такой большой. Вот. Значит, мой рюкзак. Оп, все выпало. AirPods. А где ноутбук-то? Где ноутбук? Че ты там нашел? Игрушка Тюбика? Да. Кстати, нашел ноутбук. Все-таки его Олька вытащил из ранца. Все, он с нами. Сейчас все заряжается. Какой он смешной. Айфон заряжается по очереди, потому что зарядка одна. Олька забыла свою на работе. Время 18:21. Скоро вылет. Ну что, мы выдвигаемся уже в аэропорт Домодедово. Мы едем, и через 4 часа мы будем уже подниматься над Москвой от Домодедово. Погода в Москве все радует и радует. Надеюсь, когда мы приедем, будет уже уверенный плюс. Мы все едем. Домодедово уже скоро. Вылет у нас, наверное, через часа 3. Уже на улице темно. Нас ждет солнечная сторона улыбок. Совсем скоро. Скоро мы туда приедем. Вечер, воскресенье, а народ весь тусуется в аэропорту Домодедово. Стоим на въезде. Вот именно в Домодедово. Ну да, вон народ сколько.
И все, короче, сюда просто едут. Что он... Автобус. Он вообще из автобуса должен выйти, чтобы взять талончик. Он же не может его так взять. Вот. Нам нужно на парадный вход. Международная авиалиния. Жесть. В воскресенье все куда-то едут. У-ху! Мы вышли. Идем в аэропорт. Нам холодно, потому что мы не одеты. Потому что там будет тепло. Жесть, минус 10, да. А мы в легкой курточке. Ну все продумано, все нормально. Нифига себе пробки. Ладно. Бежим, 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 бежим. И мы прям из холода пришли в аэропорт, чтобы найти свой рейс. Да, народу много, все улетают куда-то. А вот он, табло вылета. Нашли свои стойки багажа. Идем туда, 38-44. Регистрироваться на рейс. Скорее бы в duty free. Да. Ну, народу еще мало. На самом деле очень быстренько получили свои посадочные билеты. И уже отправляемся в сектор Б для таможенной этой оформляшки. Вот. Сектор Б на первом этаже. Поехали. Вот она, зеленая коридорка. Ну вот вроде уже все оформили, прошли таможенный контроль и готовы отправиться в duty free. А вон оно, взлетное поле. Не знаю, видно, нет. Тоже темно. Ладно, все, мы пошли дальше. Народу, как всегда, много. Привет, бабика. Ходим по duty free, думаем, что купить. Может быть, орки очки присмотрим. Ну вот, пойдем в runway duty free. Я знаю, что Серега Симонов здесь тоже снимал видео про свои поездки. Как раз, по-моему, с этого выхода, где 9, 12, 13 выходы аэропорт Домодедово. Прикольно здесь тоже такое необычное ощущение, когда ты куда-то летишь, все куда-то летят. Duty free. На самом деле цены здесь... Почему-то они дороже. Непонятно почему. Как вот ходим, бродим. Очень понятно. Ну да, делают на нас деньги. Вот объявление. Тоже, походу, тоже комната для курения. Это не модно, потому что в 21 веке курить-то не модно. А модно покупать себе всякие штуки. О, Ray-Ban'ы. Таким тест тут нигде не работает. На самом деле, вот в этом месте, наверное, уже это третьи влоги, которые я снимаю. Потому что первый раз был еще Нагорье, второй раз был Тутай. И сейчас еще раз одно путешествие. Вот прямо вот здесь вот выход, ну, точнее, проходная А она называется, на втором этаже Домодедово. Вот это вот должно быть вам очень похоже, если вы смотрели мои старые ролики. Потому что я-то это помню. А спасает на самом деле только Wi-Fi free от МТС у нас. Удивительно, да? Потому что все выкладывается. Да. Так что Wi-Fi free от МТС в Домодедово работает нормально. Я понял, в Шереметьево МТС не работает вообще. GSM. Прикольно. Мы все гуляем. Нам осталось, наверное, сколько? 2 часа. 2:20 гулять до взлета. Пытаемся найти что-то в duty free, но ничего не находится. Непонятно. В итоге, походу, будем все искать на Пхукете. Народу на втором этаже мало, потому что на первом просто все. Дело автомат, терминатор. На самом деле все, ждем нашего выхода. Еще осталось, наверное, минут 40. Пока просто бродим по залу ожидания.
только что загрузил видео на YouTube. Да, прям сейчас оно загружается. Вот. Доволен, нам остается вообще там типа часа. Все круто. Вот, записываю при всех, никого не боюсь. Русские рвут. Ладно, ждем. Еще вылет у нас совсем скоро. Все люди уже строятся в очередь, чтобы занять места. Хотя зачем? Потому что все уже давно забронировано. Мы пойдем, как всегда, самыми последними. О, видите, какая очередь. Все стоят и боятся не успеть. Даже как когда самолет приземляется, все сразу встают и идут на выход. Так же вот в кино. Фильм закончился, все встают и стоят в очередь. Зачем? Зачем? Мы сидим, не паримся, в основном мы сядем на свои места, которые уже забронированы. Вот жесть. Вот про что он говорил, конечно, все выстроились и стоят в очередь. Блин, смысл стоять, не понимаю. Вон там, 13-й выход. И... Ладно, мы нормально сидим и твитим всякую фигню. В твиттер. Вот тут, кстати, Шон Ти. Ну а теперь с фокусом. Шон Ти. Посмотрим картинку. Сейчас картинку покажу, секунду. Давай, Шон Ти. Бесплатный Wi-Fi, плохо работает. Короче, так ничего не загрузилось. Ну, увидимся, наверное, уже в самолете. Нам осталось 20 минут до посадки. Летим. Кстати, сижу, для вас выкладываю ролик в интернет, а нифига не грузится. Видите? Нифига не грузится. И фокус еще плохой на камере моей. Но я думаю, он нас спасет когда-нибудь. Блин, Wi-Fi, ты мертвый. У нас началась посадка, наконец-то. Посидим еще минут 10, потом пойдем. Что там, очередь вообще здоровенная, вон смотрите, куда стоит. Йоу, мы уже идем в нашу тачку. Так, где наш коридор? Коридор. Yes. Было много вложек отсюда. О, какой у нас большой самолетик. 127-й. 740... Нет, понятно. UN-570. О, 527. А самолет Boeing 540... 747-й, 400. Во, да. Все, короче, идем. Мы пришли, сели. На самом деле, мне кажется, это другой борт, на котором... Мы на другом летали, потому что здесь есть USB-зарядка. Я не знаю, будет она работать, не будет. Есть дисплей, но за него, походу, надо будет платить. Можно при помощи карты. Здесь, наверное, это не действует. Вот. И у нас рядом туалет. И, короче, не знаю, вроде нормально. А мы здесь. Рядом крыло, но все будет видно. Пока Москва.